Прокатывается, оставляет на Якулю. Яковлев пытается развить далее атаку. Опасный был момент. Бек готов был бросать, но все-таки передумал. И здесь потеря. И Хайрулин убегает один на один. Бросок и шайба в воротах. Ну, что называется, классная шайба Марата Хайрулина. Увлеклись атакой магнитогорские хоккеисты, оставили без внимания Хайрулина. И затем уже, когда шайба попала к нему, пытался его и Бек догнать.